Лекарства, зеркала, пищевые добавки, автомобильные покрышки. Химические элементы и связи окружают нас повсюду. Даже сам человек состоит из молекул и цепочек. Елена Полторыхина доказывает своим ученикам, что химия может быть интересной и полезной. Женщина уверена, поиск новых форм и методов подачи материала – толчок к непрерывному развитию преподавателя. В современном мире учитель – это, знаете, уже человек не только, который учит других, а, наверное, тот, который очень много учится сам. Ведь сейчас в школах используют все новые информационные технологии. Это и вот цифровые лаборатории, интерактивные доски, компьютеры. И учитель просто обязан все это знать, ну, чтобы быть востребованным, чтобы быть интересным для своих учеников. Елена Полторыхина в профессии больше 14 лет. Стать учителем она мечтала с детства. Главная мотивация и награда для преподавателя – повышение уровня знаний и интерес детей к предмету. Когда ты приходишь на урок, независимо, какое у тебя настроение, мы все живые люди, да, начинается урок, ты понимаешь, что ты отключаешься от всего. И если ты видишь вот эти заинтересованные глаза, не безразличные, ну, наверное, вот из этого ты черпаешь такую энергию. Просто это дает дальше вот стимул работать, что-то узнавать новое. Учащиеся школы номер 11 с удовольствием познают основы химии. С учениками Елена Юрьевна часто проводит эксперименты и опыты, которые так любят дети. Воспитанники ставят педагогов пример, ценят ее подход, благодаря которому некоторые из школьников хотят связать жизнь с наукой. Мне очень нравится вариант преподавания химии, но также я смотрю работы на производстве, такие как наноинженерия, работа с органической химией, то есть в науку идти. Большой любовью к этому предмету я обязана моему любимому учителю, прекрасному преподавателю Елене Юрьевне. Она очень добрая, очень стильная, то есть она всегда идет в ногу с модой и очень приятный человек в общении. Я очень люблю в школе химию и считаю, что одним из важных критериев изучения этого предмета является грамотное преподнесение материала, чтобы это было просто и понятно. И я думаю, что Елена Юрьевна отлично с этим справляется. Переоценить труд преподавателя нельзя. Учитель – это наставник, заботливый помощник не только в получении знаний, но и в жизненных ситуациях. Человек, который на протяжении школьных лет пытается раскрыть в каждом ребенке индивидуальность, помогает выбрать будущий путь. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.